Здравствуйте, дорогие любители математики. Шестая задача. Доказать, что если натуральное число а, б, с делится на 37, то есть если трехзначное число а, б, с делится на 37, то и число с, а, б делится на 37. Это мы должны доказать. Хорошо. Мы знаем, что число а, б, с делится на 37. Должны проверить, делится ли это число на 37. Давайте попробуем проверить сумму этих чисел. Если сумма делится на 37, то можем сказать, что и это число тоже делится на 37. Потому что мы знаем, что если из двух чисел одно делится на какое-нибудь число k, и сумма тоже делится на какое-нибудь число k, тогда и второе слагаемое тоже делится на число k, на какое, на это число, то есть. Хорошо. Кроме этого, мы знаем, что трехзначное число можно написать как 100a плюс 10b плюс c. И это число тоже так можно записать. Это 100s плюс 10a плюс b. Тогда попробуем вычислять их сумму. То есть a, b, c плюс c, a, b равно чему? 100 плюс 10. 110а плюс 10 плюс 1. 11b плюс s плюс 100. 101s. Хорошо. Из этих двоих можно вынести за скобки 11, потому что 11 тут общий множитель. А у этого числа пока что нет 11. Поэтому давайте это перепишем. То есть приведем к числу, которое есть, множитель 11. Как это можно сделать? 110а. Ну, давайте сейчас 11 вынесем из этих двоих. 11. 10а плюс b. А, хорошо, теперь стало понятно. Чтобы получить какое-нибудь красивое число, то есть удобное число, мы должны извлечь из этого числа 100s со множителем 11. То есть вот это число можно написать как что? Плюс 1100, 11 на 100 это 1100s минус, а нам нужно вот это число. То есть от этого отнимаем 101, получается 999s. Хорошо. Равно. Теперь из этого можно вынести за скобки, то есть 11, число 11. 11, 10а. Плюс b плюс 100s минус 999. Хорошо. Тут смотрите, это какое число? Это число s, трехзначное число s, a, b. A, b, c это цифры, мы знаем. Значит, это трехзначное число s, a, b. Хорошо. Минус. А теперь разберемся с этим числом. Нас интересует, делится ли это число на 37. Попробуем делить 999 на 37. Получится 2, 74, 5, 2, 9. По 7 дадим. 49, 4 в уме, 25. Хорошо, значит 27. То есть это можно написать как 27 на 37s. Или 37 умноженный 27s.
То есть это число делится на 37. Теперь хорошо, что у нас получилось? У нас получилось, что А, Б, С плюс С, А, Б С, А, Б равен 11 С, А, Б 11 С, А, Б минус 37 на 27 С. Хорошо. Это перенесем налево, а S, A, B направо. Что у нас получится? A, B, C плюс 37, 27S равно 11 S, A, B минус S, A, B это 10 S, A, B. Хорошо. Чего мы знаем про этих чисел? Мы знаем, что А, Б, С делится на 37. И это число, и 37, 27, С тоже делится на 37. Если в сумме каждое слагаемое делится на 37, то и сумма вот это число, сумма делится на 37. Так как у нас 10 и 37, они взаимно простые числа, то есть у них нет общего множителя, значит отсюда можно сказать, что SAB делится на 37. Вот так доказано, что SAB тоже делится на 37. На этом все. Следующие задачи будем решать в следующих видеоуроках. До свидания. Всего вам доброго.